Всем привет, с вами Дмитрий Синев. Сегодня мы приготовим очень быстрый рецепт грузинского лобио из консервированной фасоли. Для рецепта я буду использовать 4 банки консервированной фасоли, сухой вес вещества 200 грамм. То есть у меня уйдет общий вес где-то 800 грамм. 140 грамм лука нарезаем мелким кубиком. Ставим разогреваться сковороду на среднем огне. Наливаем немного масла, где-то грамм 10. Отправляем лук в сковороду. Обжариваем до золотистого цвета. Открываем фасоль и сливаем всю жидкость. Все, лук у нас получил золотистый цвет. Отправляем 2 столовых ложки томатной пасты, прям с горочкой. Также пассируем еще около 3 минут. Отправляем фасоль. Также пассируем еще около 3 минут. Нам понадобится где-то 5 зубчиков чеснока. Мелко их нарежем. Также мелко порубим 100 грамм грецкого ореха. К фасоли отправляем 1 чайную ложку хмели сунели, где-то пол чайной ложки соли, 1 столовую ложку бальзамического уксуса. Также мелко порубим петрушку, либо очень хорошо подойдет кинза. Отправляем орехи, чеснок и зелень к фасоли. Все тщательно перемешиваем. Также в ступку отправим 1 чайную ложку кориандра. Хорошенько его перемолим. И высыпаем кориандр в лобио. Такой насыщенный аромат стоит от всех приправ. Наше лобио готово. Ну и давайте попробуем на вкус, какое лобио у нас получилось. Это очень быстрый и вкусный рецепт с грузинским акцентом, с приправами. Вот таким вот образом можно преобразить обычную консервированную фасоль. Понравился рецепт? Ставьте лайк, делитесь видео с друзьями в социальных сетях. Всем спасибо за просмотр. Делай то, что любишь. Всем пока!